написал. Написал, что ты стреляешь метко. Да пиздец. Сзади, 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 Милан. Бля, я обосрался, ты мне говоришь. О, господи, я по нему попал, он больше урона не нанес. Ты говоришь сзади? Я не понимаю, как ты сзади. Куда поворачиваться? Все надо немножко это... Такие стороны света получить. Ой, стороны света. Тебе тоже. А мне помню, в принципе. Че, блядь, закончился? Или еще воюет? А это мой друг Антон. С ним мы познакомились на войне. Ты говоришь минус фикус, и мне урон от него приходит, и думаю, блядь, чё? Знаешь, я вот ошиблась, ты должен был понять. Когда я вас член в жопе почувствую, то... Конфа, ебать, когда у тебя разум появится, тогда мы поговорим, а пока ебало закрой свою и не пизди, понял? Да. Но после этого у нас состоялся более адекватный диалог, и мы даже познакомились. Я это, к сожалению, не записал, но просто поверьте, что так было. В итоге Антон оказался довольно-таки забавным парнем, и напишите ему коммент, я думаю, ему будет приятно почитать. О, я нашел своего друга Антона.